канун Дня матери в Брестском горосполкоме чествовали 11 брещанок. Участники мероприятия – руководство городской вертикали власти и мамы, воспитывающие двоих и более детей. Традиционно сложилось так, что в преддверии Дня матери мы чествуем только многодетных мам. Наверное, это правильно, заслуженно. Но вместе с тем, День матери, да, как праздник, это же день мамы, у которой и один, и два ребенка. И в силу разных обстоятельств это не должно быть слишком много детей, предположим, да? Поэтому вот тот формат, который мы сегодня выбрали, когда присутствуют не только многодетные мамы, а мамы, дети которых добились успехов, мамы, которые сами добились успехов, он очень интересен. С самого начала встречу с мамами председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук обозначил не как праздничную, а как рабочую. Глава города познакомился и уделил внимание каждой из горожанок. Имея активную жизненную позицию, эти женщины состоялись не только в семье, но и в своей профессии. Если ты любишь и то, и другое, и семью, мужа, детей, абсолютно счастлив в доме, и ты возвращаешься домой с такой радостью и любовью, то несложно. Так же и на работе. Если ты идешь, находя в работе положительные акценты, то с удовольствием идешь на работу. За одним столом представители самых разных профессий – медики, спортсмены и учителя, бухгалтеры и инженеры, работники культурной и социальной сфер, представители правоохранительных органов. К слову, практически в каждой семье дети занимаются спортом. Некоторые, как двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Гелах, стали примером для своих детей. У меня у самой подрастают дети, и дочка подходит, ей 9 лет, это уже возраст такой, начинаются немножко какие-то сложности характера и становления. Поэтому, само собой, я ее проецирую на чужих детей, чужих на нее. Мое общение в основном заключается с детьми, что как-то склонить их к здоровому образу жизни, вот так скажем, чтобы занимались спортом. Ну, на это тоже находим иногда время. В ходе диалога глава города обсудил с присутствующими проблемные вопросы, которые звучали редко, но по делу. Речь идет о транспортном сообщении, подвозе детей, благоустройстве дорог и подъездов, жилищных проблемах, а также устройстве детей в учреждения дошкольного образования. Все проблемные вопросы взяты на контроль. В завершении мероприятия Александр Рогачук поблагодарил представительниц прекрасного пола за встречу, а также вручил подарки, отметив, что неважно, сколько детей в семье, главное – вырастить их настоящими людьми. Встречи в таком формате будут продолжены. Те проблемы, которые мамы озвучивали очень доброжелательно, они пропустили через себя. Но я восхищен просто их силой духа, я восхищен их оптимизмом. И уверен, что вот эти мамы, да, и таких мам у нас тысячи, да, они на самом деле подарили своим детям и счастливое детство, и вырастят достойных, замечательных молодых брестчан. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.